Инфраструктура Сбербанка активно развивается на территории Юга России. Ежегодно открываются новые, комфортно обустроенные офисы, появляются банкоматы и терминалы оплаты. Заботясь о своих клиентах, Сбербанк прежде всего думает о доступности устройств, с помощью которых жители и гости курорта могут совершать всевозможные финансовые операции в любое время суток. 18 июля был открыт очередной круглосуточный офис самообслуживания. Он расположен в центре города на улице Несербская, 3/9, рядом с причалом. В павильоне находятся три банкомата и два терминала экспресс-оплаты. Одно из этих устройств стало 5000-м в системе Юго-Западного банка Сбербанка России и 400-м в Сочи. 400-й банкомат по количеству мы уже обогнали ряд городов-миллионников. То есть Сбербанк Сочи определяет как очень интересный проект, очень интересный город, город развивающийся. И на самом деле мы очень любим наших клиентов и мы очень любим наших горожан. Стараемся сделать максимум возможного для нашего города, чтобы им всем было удобно воспользоваться услугами в любое время. Первыми, кто совершил операцию в юбилейном устройстве, оказались гости курорта. Павел и Вера Ивахно приехали из Краснодара, зашли в павильон и волей случая в день 4-летия своего брака оказались первыми клиентами и стали участниками торжественной церемонии Сбербанка. Это очень приятно. Хорошо, что есть Сбербанк. Он сейчас очень удобно. Везде практически можно найти либо отделение Сбербанка, либо банкомат. Практически с собой только вот карточку ношу. В любом месте можно оплатить или снять наличные. В каждом из офисов филиальной сети Сбербанка есть комфортабельная круглосуточная зона самообслуживания. Кроме того, воспользоваться услугами терминалов и банкоматов жители и гости курорта могут в так называемых модулях самообслуживания. В планах развития инфраструктуры Сбербанка Сочи установка еще нескольких сотен подобных устройств. Татьяна Нагорская, Демид Даниловский, телекомпания ФКТ.